to bring to you, I was reminded. Когда я молился сегодня, о каком слове же вам принести, преподать вам? That the Bible calls us sheep. Бог мне напомнил о слове, которое Библия называет овцы. I'll tie this into Passover later, but the Bible calls us sheep. Библия называет слово овцы. Я потом это свяжу с седером. In Psalm 100, verse 3. Псалом 99, 3 стих. The Bible says, "We are His people and the sheep of His pasture." Библия говорит, что я есть пастырь добрый, и а вы есть мои овцы. In the famous passage in John chapter 10. Есть знаменитое место Иоанна 10 глава. Where Jesus, Yeshua, says the thief comes to kill, steal, and destroy. Где написано, что враг приходит, чтобы украсть, погубить и разрушить. He then goes on and says, "I am the good shepherd." И дальше он продолжает говорить, что я есть добрый пастырь. And in four verses later, chapter 10, verse 14, he repeats himself, "I am the good shepherd." В той же самой главе, 4 стиха позже. Он говорит, опять напоминает, я добрый пастырь. I'm really glad he is the good shepherd. И я очень рад, что он есть добрый пастырь. Why? Почему? Because sheep have a tendency to wander. Потому что овцы имеют склонность уходить. Sheep have a tendency бродить. To get lost. У них есть тенденция заблудиться. Isaiah 53:6 tells us. Исайя 53 глава говорит нам. All we like sheep have gone astray. Что мы все как овцы разбродились. We have turned everyone to his own way. Мы все ушли и каждый на свою дорогу. Sheep have a tendency to get lost. И овцы имеют тенденцию потеряться. Sheep have a tendency to go astray. Овцы имеют тенденцию разбежаться. This tells me that we were created not to be independent. И это мне напоминает о том, что мы созданы, сотворены, чтобы не были независимыми. We were created to be dependent upon the good shepherd. Мы были сотворены, чтобы мы зависели от доброго пастыря. Because out there are wild beasts that we cannot defeat ourselves. Потому что там находится враг, там находится тот, который хочет растерзать нас. Now our little daughter Julia, you remember Julia Помните when she was here? Нашу маленькую девочку Джулию? I think she was 8 years old. We came with the Svantec boys. Ей было 8 лет, когда мы приехали, и она играла с мальчиками из Svantec. We were like in Miyake and just letting them run all over the place. Мы когда в маяках отпускали их, и они бегали по полям. Well, she's a professional counselor now, and сейчас она профессиональный консультант. And she just gave birth to her third child. И вот она только родила третьего ребенка. But when she was young, we would teach her at night Psalm 23. Но когда она была маленькая, мы учили ее наизусть, чтобы выучила Псалом 22. The Lord is my shepherd, and she would memorize it. Господь пастырь мой, и она выучивала. Many times I would repeat it before she went to sleep. Много раз я повторял перед тем, как она ложилась спать. And now she has a daughter that's 3 years old that's beginning to quote Psalm 23. И сейчас у нее девочка, которой ей 3 годика, и она уже начинает цитировать эти стихи. This message is a simple message, but I'm going to just focus on the first 3 verses of Psalm 23. Это послание, оно очень простое послание, но я хочу сфокусировать более детально на первых 3 стиха. Verse 1 says, "The Lord is my shepherd; I shall not want." Первый стих говорит, что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Now I don't know what this word is in Ukrainian, but in English it says, "I shall not want." Я не знаю, как это слово звучит на украинском или на русском, но на английском языке оно переводится, что мне ничего не нужно хотеть. But in Hebrew the word is really lack. I shall not lack. А на иврите, что у меня не будет ни в чем недостатка. I want you to understand this. The good shepherd does not provide everything you want.
Поймите правильно, что хороший, добрый пастырь, он никогда не будет давать то, что овцы хотят. But everything you need. Но будет давать то, что, в чем они нуждаются. Which is actually very good. И на самом деле это очень здорово. You know, in Yeshua's day, they were praying and praying and praying for the Messiah. Когда во времена Иешуа все люди молились, 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 ожидали Мессию. They wanted a political ruler, they wanted a commander to be king. Они хотели политического управителя, они хотели царя. But in that season, God provided a savior. Но в тот сезон Господь обеспечил им спасителя. He didn't provide what they wanted, he provided what they needed. Он не дал им то, что они хотели, он дал им то, что им необходимо. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Господь пастырь мой, и мне не будет надобности иметь хотеть чего-то. I don't get everything I want, but my good shepherd provides everything I need. Я не получу то, что я хочу, но я буду получу то, что в чем я имею нужду. If I need it, the good shepherd provides it. Если мне нужно будет, то добрый пастырь меня обеспечит. Now, I've been walking with the Lord nearly 47 years. Я уже 47 лет с Господом. And I'm very glad that God did not answer every one of my prayers. И я очень рад, что Господь не отвечал на каждую мою молитву. Have you looked back and you've seen things you prayed over and over and over for? И если вы смотрите на свою жизнь, на те молитвы, которые вы молились снова и снова и снова. And he didn't answer like you thought. И он не отвечал вам так, как вы хотели. He may have actually said no. Может быть, он даже вам сказал нет. But I'm grateful he said no. Но я благодарен, что он сказал нет. Because he provided what I needed. Потому что он обеспечил меня тогда тем, что мне нужно было. I want to just look at three things in the first three verses of Psalm 23. И я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на три вещи, которые там описываются в этих трех стихах. That the good shepherd provides. Что дает добрый пастырь? Number one. Номер один. He provides green pastures and still waters. Он предоставляет зеленые пастбища и спокойные воды. In verse two. Второе. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. Он подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. What do these represent? Что это представляет? I think they represent contentment and peace. Я верю, что это предоставляет удовлетворение и приносит мир. A sheep that has green pastures is content. Овцы, которые пасутся на зеленой травке, они довольны. A sheep that can drink from still waters, not raging waters, but still waters, has peace. И овцы, которые пьют воду, которая у родника такая чистая, спокойная, они тоже довольны. A believer's life should be characterized by peace and contentment. И жизнь верующего человека должна определяться двумя вещами: миром и довольством. If you're not content and you don't have peace, если ты недовольный и если у тебя нету мира, may I say, могу ли я вам сказать, you may not be following your shepherd. Может быть, вы не следуете за своим пастором. Because our good shepherd makes us lie down in green pastures and leads us to quiet waters. Потому что наш добрый пастырь ведет нас к на зеленую траву, и он дает нам пить из чистой и спокойной воды. This is one of the reasons you come to the congregation on Shabbat. Поэтому это одна из причин, почему мы все приходим на собрание. Think about it. You come with anxiety or fears. Are pressures. Представьте себе, что вы приходите на собрание, и у вас проблемы, у вас тревога, и стресс, или страхи. And as we come together, and as we worship the Lord, as we focus upon Him and worship Him. И вот мы приходим все вместе, и все вместе мы фокусируемся на Нем, и мы начинаем поклоняться Ему. We experience the presence of God. И мы переживаем присутствие Бога. We experience peace. Мы переживаем мир. We also come for the green pastures. Мы также приходим и пасемся на зеленую, на зеленую, пасемся. To,
to be fed the word of God by Rabbi Valentin. На зеленой пастве и слышим слово от раввина Валентина. We should honor Rabbi Valentin for his teaching gift and Мы for feeding us the word of God. За его дар учения. Что он преподает слово Божье. Some people love the word, they love to study the word, but they've not given themselves to know how to properly feed the word. Некоторые люди, они любят изучать слово Божье, читать слово Божье, но они не умеют это доносить людям. But it's a gift that has to be developed. Этот дар нужно развивать. So we come. И мы приходим. On Shabbat. На Шаббат. We experience peace and worship. We're fed the word of God that should bring contentment. И мы кушаем слово Божье, которое приносит нам успокоение и довольство. But God doesn't want a weekend affair. He wants us to daily have a relationship with Him. Но Бог не хочет, чтобы это было переживание или опыт одной недели. Он хочет, чтобы мы это имели продолжительное время. We're called the bride of Messiah. We're married to Him. И мы называемся невестой Мессии, потому что мы замужем за Него. Once a week is not enough. We're busy. Life is too stressful. Один раз в неделю этого недостаточно, потому что мы настолько заняты в течение недели, и у нас много стресса в жизни. The Bible says, He makes me lie down. И Библия говорит, что Он позволяет мне прилечь. Now, how many of you have children or grandchildren? Сколько из вас имеют детей и внуков? Some of you, yes. Некоторые, многие. So we have three grandchildren. У меня лично три сына, три внука. And if I'd have known grandchildren were so much fun, I would have had them first. И если бы я знал, что внуки настолько забавные, веселые, то я бы, наверное, родил внуков первыми. But the grandchildren are so much fun, and they're playing, and they're so sweet. Они с ними так весело, так сладостно проводить время с ними. And all of a sudden, their world falls apart. И они могут так весело играться, и внезапно весь их мир может разрушиться. They begin to scream and cry. Они начинают кричать. Throw themselves on the ground. Бросают себя на пол. And as a grandparent, I realize. И будучи дедушкой, я понимаю. They need a nap. Им нужно nap. Им нужно отдохнуть. Им нужно поспать. It's time for me to make them lie down. И настало время, где мне нужно их уложить. I wonder if God is looking at some of us and saying, "You're getting grumpy." И я вот думаю, вот может быть такое, что Бог смотрит на нас и думает, о, ты что-то недовольный и ведешь себя как-то раздраженно. Уэйн, тебе нужно прилечь сейчас. I want you to lie down. Я хочу, чтобы ты прилег сейчас и ты отдохнул. You know, it's like these big 18-wheelers with a big tanker full of gasoline. Это равносильно, что вот эти большие машины, которые грузовики, and they go баки, которые там, где они хранят бензин. And they go from one gas station to the next. И вот они едут с одной заправки к другой заправке. And they're filling up the big tankers under the ground. И вот они заправляют вот эти большие баки, которые находятся над землей. But if the driver of that tanker is not paying attention to his own gas tank. Но если водитель, который этой машины не обращает внимания на бак, если там бензин. He can run out of gas, even though he's got a tanker full of gas. Он может. Окей, сейчас коррекцию, что этот трак везет бензин, но куда-то. Но у него есть свой бак, который заправляет свою собственную машину. И говорит, и если даже он не будет обращать внимания на свой бак, даже если он везет большую цистерну с бензином, но не обращает внимания на свой бак, тогда он может просто остановиться. Is that clear? Понятно? So, the good shepherd provides green pastures and still waters. Поэтому хороший пастырь, Он предоставляет и ведет к спокойным But водам. But we have to bend down, we have to eat, we have to drink. Нам нужно склониться, нам нужно уметь кушать, we have нам to нужно receive. Уметь пить.
Нам нужно научиться принимать. Number two. Второе. He provides healing and restoration. Он предоставляет исцеление и восстановление. Look at the first part of verse 3. Посмотрите на первый стих, на первую часть третьего стиха. He restores my soul. Он восстанавливает мою душу. Let me ask you a question. Has your soul ever been crushed? Хочу спросить вас, ваша душа была когда-нибудь раздавлена? This word restore implies something that has been injured. Вот это слово восстанавливает относится к чему-то, что было просто раздавлено. We may not say our soul is crushed. We may say our heart was broken. Мы можем не говорить, что наша душа разбита. Мы обычно говорим, что сокрушено сердце. Сердце сокрушено. Has your heart ever been broken when you lost a loved one? Если вы кого-то любимого потеряли, ваше сердце было сокрушено, разбито. Or you lost a job or a career that you thought was perfect for you. Или вы потеряли работу, которая так сильно важна. Or you lost a friend or a relationship. Или вы потеряли друга или близкого человека. Or when you were diagnosed with a serious illness. Или болезнь пришла в вашу жизнь такая серьезная. Or when your city and your country was being bombed day after day. Или когда ваш город или ваша страна подвергаются бомбардировкам. Or you've lost family and friends. Или вы потеряли друзей или близких в этой войне. Yeshua quotes from the book of Isaiah many times. Иешуа, он говорит и цитирует книгу Исаия много раз. Isaiah has more messianic prophecies than any other book. Исаия имеет самое больше пророческих слов, чем все другие книги. And Isaiah is written 700 years before Yeshua came in the flesh. Книга Исаия была написана 700 лет до того, как Иешуа родился. In Luke chapter 4, verse 18. Лука 4 глава и 18 стих. Yeshua quoting from Isaiah says. И Иешуа цитирует книги Исаия, и он говорит. He has sent me to heal the brokenhearted. Он поднял меня. Призвал меня, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. In Matthew 12:20. Матфея 12:20. A bruised reed he will not break. Он сказал, что трости надломленной он не надломит. What is a bruise? A bruise is something that's bleeding inside. Что это означает? Это что-то, что кровоточит внутри. The good shepherd says he will not break you if you are bleeding on the inside. И говорит другими словами, что добрый пастырь, он тебя не будет до конца ломать, если ты кровоточишь внутри. So what happens in Matthew chapter 12 for Yeshua to quote this verse from Isaiah? Так что же происходит тогда в Матфея, когда описывается, что Иешуа, почему он так говорил? What happens in the verses right before he quotes this? Что произошло в нескольких стихах выше до того, как он это сказал? Yeshua is quoting to the Pharisees who are mad because Yeshua heals a man with a withered hand on Shabbat. Тогда Иешуа исцелил человека, у которого рука иссохла. И он говорил это к фарисеям. They're mad because he healed on the Sabbath. Фарисеи рассердились, потому что он исцелил этого человека в шаббат. But healing on the Sabbath is not a work for God. Но исцелять человека в субботу – это не работа для Бога. But look what Yeshua says to them in verse 11, right before this. И посмотрите, что Иешуа сказал в 11 стихе. What man is there among you who has one sheep and it falls into a pit on the Sabbath? Will he not lay hold of it, lift it out? Of how much more value is a man than a sheep? 11 стих, что кто из вас, который, если кто упадет в яму на шаббат, не пойдет и не вытащит из ямы. Let me read it.
Matthew 12, verse 11 and 12. It should be on the screen right behind you. It's on the screen right there. Okay. Okay, they see it. Mm-hmm. Okay, so sometimes sheep fall into pits. Иногда овцы падают в яму. And the good shepherd is the one who brings them out of the pit. И хороший добрый пастырь, он вытаскивает их из ямы. Yeshua is likening this man with a withered hand as someone who is in a pit. Иешуа исцеляет этого человека равносильно, как кто-то вытаскивает из ямы. And he says, I'm lifting this wounded man from the pit on the Sabbath. И он говорит, что я вытаскиваю этого человека, который раненый, из ямы, который упал. Now my experience. С моего опыта. Sometimes we're just simply walking along in life. И мы иногда просто ходим по жизни, живем. We're doing nothing wrong. Мы ничего плохого не делаем. And we fall into a pit. И мы падаем в яму. We need the good shepherd to help us out of the pit. И нам нужен добрый пастырь, который вытащит нас из этой ямы. There's other times people throw us into a pit. Бывают времена, когда люди просто нас толкают в такие ямы. We still need help out of the pit. И тем не менее, нам необходим кто-то, кто мог бы вытащить нас из этой ямы. But there's also times when we dig the pit ourselves and fall into it. Но также бывают времена, где мы сами копаем яму и сами туда же и падаем. How many pit diggers do we have here? Сколько из вас здесь присутствующих из тех людей, которые сами себе копают ямы? I'm one of them. I'm Я one of один the ones из них. That have dug a pit, I've Я fallen into it. Сам копал яму, and я падал. I keep digging, and it goes и deeper, я продолжал. And I can't get out of that pit. Еще глубже копать, еще и чем глубже я копал, тем больше я не мог выйти с этой ямы. I need the good shepherd to come and lift me out. И мне нужен добрый пастырь, который бы пришел и вытащил меня с этой ямы. In Psalm 40, verses 1 and 2. Псалом 39. He heard my cry and brought me up from a horrible pit. Он услышал мой крик. Он услышал. Psalm 51 is the psalm that David wrote after he committed adultery. И Псалом 51? 51. Псалом 50 это тот псалом, когда Давид согрешил, и вот он написал этот стих. And he says in verse 12, и в 12 стихе он пишет, restore to me the joy of your salvation. Восстанови мне эту радость спасения. My pastor, Robert Morris, has taught us, one of my dearest friends in the world, John Dunn, and myself. Наш пастор Роберт учил меня, и вот также вот He's very transparent, very open. Джон, он тоже может это подтвердить, что наш пастырь, он очень такой. Even with mistakes. Он говорит даже о своих ошибках, которые имел. I found myself one time in a hotel room. This is what he says. No, this is me. Okay. Я однажды находился в гостинице. And we were celebrating. The dedication of this new ministry. И мы праздновали посвящение вот этого одного служения, которое началось, и мы приехали праздновать это служение. It was a great victory. Это такая большая победа была. And I was rooming with one of the other brothers. И я находился в комнате еще с некоторыми братьями. And the last night he had to leave and go back to America. И этот брат, который я с ним находился, делил комнату, он уехал. And I was in the room by myself. И я остался один в комнате. And I felt the Holy Spirit said, "Don't turn on that television." И я почувствовал, что Дух Святой сказал, не включай этот телевизор. But I was thinking, this Но is such думал, a great victory. I'm о, on top of такая the world. Победа, я на вершине мира. It won't be a problem if I turn on that television. Это не будет проблема, если я включу этот телевизор. Well, I'm ashamed to say I began to see things I've never seen before.
Но я должен признаться, и мне это стыдно признаться, но я включил, и я увидел те вещи, которые я никогда в жизни не видел. And I'd like to say I turned it off immediately. И я бы хотел сказать, что я сразу же выключил. But I didn't. Но я не выключил. And I turned it off, and I asked God to forgive me. И я выключил. I called my wife. И я попросил Господа, чтобы Он простил меня, позвонил моей жене, I asked her to forgive me. Я попросил свою жену, чтобы она простила меня. She forgave me. Она помолилась за меня, она меня простила. God forgave me, my wife forgave me. Бог простил меня, жена меня простила. But I was struggling forgiving myself. Но я мучился с тем, что я не мог сам себя простить. There's times we have to get in the presence of God when we're in a pit. Есть времена, где мы должны войти в присутствие Бога, даже когда мы находимся в яме. And we need to experience His presence, and we need Him to speak His word into our heart to lift us out of the pit. И мы должны переживать в это время Его присутствие, и чтобы Он говорил к нашему сердцу, и чтобы позволить Ему поднять нас из ямы. Some of you may be in a pit now for whatever reason. Может быть, кто-то из вас здесь находится, и вы находитесь в этой яме. But I'm bringing this message today. I feel the Holy Spirit is wanting to encourage you. The Но good я говорю shepherd's вам, will is to lift you out of the pit. Потому что я верю, что Дух Святой хочет сказать вам, что добрый пастырь, он хочет протянуть руку вам и вытащить вас из ямы, чтобы восстановить вашу душу. And number three, Номер три. He provides paths of righteousness. Он предоставляет путь праведности. At the end of verse 3, it says, стих. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Что Он ведет меня на пути праведности для Своего имени. He leads me in the paths. Он ведет меня по пути. It's like we're walking through the woods and we see a path. Это равносильно, что мы ходим по лесу, и тут внезапно мы видим тропинку. We can go on that path, or we can keep going through the woods and maybe get in thorns or мы other можем problems. Пойти по тропинке, или же мы можем выбрать пройти, как мы прошли дальше, вот по лесу. But these are paths of righteousness. Но это пути праведности. Now I want to tie this into Passover and what Pastor John was just saying. И я хочу сейчас немножко совместить это к Пасхе. The Torah reading reminds us that we are cleansed only by the blood of Yeshua. Что Тора, который сегодня пастор Джон говорил, что оно ведет нас путям праведности. We can only be cleansed from impurity by the blood of Yeshua. Что мы можем быть очищены только через кровь Иешуа. We're about to celebrate Passover. Мы скоро будем праздновать Пасху. When God saw the blood, He passed over their sins. Когда Бог увидел кровь на косяках, он прошел мимо. Why is it called Passover? Почему называется Пасха? Ну, на английском Passover это пройти мимо. Because of the blood, he passes over. Потому что когда он из-за крови, он проходит мимо наших грехов. It's not called holdover. Он не говорит о том, что я останавливаюсь над твоим грехом. Where God for your whole life is holding your past, holding your shame over your head. Что я Бог, я держу над тобой, над твоей головой стыд и все, что ты сделал. I grew up in a particular denomination in Christianity. Я вообще вырос в определенной деноминации в христианстве. We had no sense of peace of our salvation. У нас не было чувства, мы не имели мира, когда мы говорили о спасении. And I used to pray as a little boy every night. И каждый вечер я молился, когда был маленьким мальчиком. Lord, if I have sinned in any way today, would you please forgive me? Я говорил: Господь, если я согрешил сегодня каким-то образом, пожалуйста, прости меня. Because if I die in the night, I don't want to go to hell. Потому что если я умру сегодня ночью, я не хочу пойти в ад. Because of what Yeshua did. Но из-за того, что то, что сделал Иешуа. We are now saved by grace through faith. Мы сегодня спасены благодатью. We're not saved by grace plus works. Мы не спасены благодатью плюс работа. Grace is a gift. Works is earned. Благодать — это подарок,
а работа, ты должен заслужить что-то. If you don't start with grace, если вы не начинаете с момента благодати, as a foundation for your faith, как фундамент вашей веры, then you're not going anywhere in your walk with the Lord. Тогда вы никуда дальше не продвинетесь в вашем пути с Господом. So grace puts you in right standing with God. Поэтому благодать, она уже ставит вас в позицию в правильном положении с Богом. You don't lose your salvation if you sin. You're not lost, saved, lost, saved. Вы не теряете свое спасение, если вы согрешаете. Не бывает такого. Спасен, не спасен. Спасен, не спасен. Now listen to me. Послушайте. I'm going to try to make something very deep theological in very simple terms. Может быть, я что-то скажу глубокую теологическую мысль. Вы очень простыми словами. If our salvation is dependent on our works, если бы наше спасение зависело от наших действий, we're all in trouble. Тогда у нас у всех проблема. But if it's dependent upon the blood of Yeshua, но если наше спасение зависит от крови Иешуа, and the Passover, и от этого термина, который пройти мимо, and the gift of God by faith, и принять дар Бога, как верою принять, that has put us in right standing with God. И это позволяет нас стоять в правильной позиции с Богом. That's put us on the path of righteousness. Который устанавливает нас на тропу праведности. Then this is the right foundation for our walk with God. Тогда это правильный фундамент для наших путей с Богом, на пути с Богом. Now let me try to explain this. Я попытаюсь объяснить. On God's side, с Божьей стороны, we're forgiven and accepted by grace through faith. Мы прощены и приняты благодатью в вере. He has put me in right standing with Him. Он поставил меня в правильную позицию с Ним. But on my side, но с моей стороны, if I sin, если я согрешаю, It affects the what my standing with God. Тогда это влияет, где я стою, в какой позиции с Богом. Not God standing with me. Не его позиция по отношению ко мне. But my standing with God. Но как я стою перед Ним, это моя позиция влияет. In other words, God still sees me sanctified by the blood of His Son and even forgiven. Другими словами, что Бог видит меня уже прощенным, искупленным только потому, что сделал Его Сын. But on my side, но с моей стороны, sin affects the way I see God and my standing with God. Грех влияет на меня, в какой позиции я стою перед Ним. I have learned that a judgmental person, я научился, изучил, что человек, который всегда судит, most likely is in sin. Больше всего, скорее всего, он сам грешит. They're quick to judge others. Они очень быстро, они судят других. They're quick not to give grace. Они очень быстро не давать благодать другим. But when we're walking in an open relationship with God, но когда мы ходим перед Богом открыто, искренне, we receive God's grace, мы принимаем, and we give grace. Мы принимаем Его благодать. Если мы принимаем, тогда мы отдаем другим эту благодать. So by grace, we are placed in a right relationship with God. Поэтому благодатью мы помещены в правильное позицию с Богом. And nothing affects our standing with God because of that. И ничего не влияет в этот момент в нашей позиции. But when I sin, но когда я грешу, it affects the way I stand with God. Тогда это влияет, как я стою перед Ним. Not the way God stands with me. Но не с Его стороны, как Он стоит передо мной. You understand? Понимаете? A little дошло? Bit? Look in the Tanakh in Psalm 32. Посмотрите в Танах, Псалом 30. I think David foretold this. Давид это сказал пророчески. Psalm 32. Blessed, look at this on my side. Blessed is the one whose, с моей стороны, как это выглядит. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against him. С 1 по 5 стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. But on my side, he goes on, but when I kept silent, my bones wasted away through the groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin, the weight of my sin. Когда я молчал, обветшал кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. It didn't affect God's relationship with David, but it did affect David's relationship in his standing with God. Другими словами, что отношение Бога к Давиду, оно было неизмененно, но положение Давида к Богу, оно изменилось. Now the Bible says he leads me. И Библия говорит, что он ведет меня. Let me say in conclusion a few thoughts and then we're done. В завершение я хотел бы сказать что-то, и потом мы закончим. You can see a valley of sheep, and you can see videos of this. Вы можете видеть картины долины и наполнены там отары с овцами. You can see thousands of sheep in a valley. Вы можете видеть тысячи овец в долине. And a shepherd comes, and he calls out. И вот приходит пастырь, и он начинает звать их. And 200 sheep will come and will follow the shepherd. И 200 человек, они придут. Прибегут, и они начнут следовать за пастором. Another shepherd will come out and call, and 400 sheep will come and follow him. Еще пастырь придет, и другой пастырь придет, и тоже будет звать, и еще где-то 400 овец придут за ним. And finally, all the sheep have gone to their shepherds, and that valley is empty. И вот в этой долине, где много пасторов, и они все овцы принадлежат разным пасторам, и когда приходит время, где все овцы вернутся к своим. This is my main burden for you. Вот это мое главное бремя, которое я имею к вам. What's the key to being led by the good shepherd? В чем ключ, чтобы вести, когда добрый пастырь ведет? It's hearing the voice of Jesus. Ключ в том, чтобы уметь слышать голос Иешуа. You know, if you don't have a regular quiet time, let me encourage you to do something. Если вы не проводите время постоянного с Господом, уединенного, just even for 15 minutes a day, start with this. 15 минут в день начните проводить время с Ним. Put on a couple of worship songs. Включите поклонение, прославление. Just put on a couple of worship songs. Пару песен, поклонение, и пребывайте в этом. And then take your mind off of yourself, off of the war, off of problems. И побудьте в этом присутствии, не думая о себе, не думая о проблеме, не думая о войне. And just those songs, just wait on Him. Worship Him and feed on His presence. А начните поклоняться в этих песнях и думая о словах в этих песнях и думая о Нем и прославляя Его имя. And then pray what's on your mind. И тогда начните молиться, что у вас в разуме. Pour out your heart, the things that are important to you. Pour them out to God. Изливайте свое сердце, что у вас в сердце, изливайте перед Ним. Don't just work off a list. Pray your mind, pray your heart. Не молитесь по листу или по что, о чем вы хотели бы ему сказать, а молитесь из сердца. And then go to your Bible. И тогда идите, открывайте Библию. And say, Lord, speak to me today. И скажите Богу, I'm a believer in regular Bible reading. Говорись ко мне сегодня. Я верующий, и я читаю Писание. And see what the good shepherd is speaking to you for that day. И каждый раз, даже если вы хорошо читаете, много читаете, Бог имеет свежее слово для вас. Your good shepherd is calling you to hear His voice. Ваш добрый пастырь зовет вас, чтобы вы услышали Его голос,
что Он хочет вам сказать. In John 15:15. Иоанна 15:15. He said, "All things I hear from my Father, I make known to you." Он говорит, все, что я слышал от Отца, я передаю вам. I've walked with God, like I said, for 47 years, and I've made a lot of mistakes. 47 лет я уже ходил с Богом, хожу с Богом, и я вам хочу признаться, что я делал много ошибок. But I've learned if I spend time with a good shepherd. Но я научился, что если я провожу время с хорошим пастором. He'll restore my soul. Он восстанавливает мою душу. He'll speak His word to me. Он говорит свое слово мне. As I lift my burdens in worship and as I focus on Him. В то время, когда я беру то, что бремя я несу, я отдаю Ему. The good shepherd will give me contentment and peace. Добрый пастырь, он дает мне успокоение и довольство. He'll restore my soul. Он восстанавливает мою душу. And He'll lead me in paths of righteousness. И он ведет меня на путь праведности. So let me pray for you, Father. Я помолюсь за вас, Отец. I pray that you would speak what you want to speak to every person here. Я прошу тебя, чтобы ты говорил каждому человеку, что нужно слышать. Our pastor asks us every weekend, "What is the Lord saying to me today?" И пастырь наш в нашей церкви спрашивает нас, что пастырь, что Господь говорит вам? What is the Holy Spirit saying to you through this message через это послание? Thank you, Lord. Lord, we love you. Спасибо, Господь. Мы поклоняемся тебе. Lord, thank you that you protect your sheep. Спасибо, что ты защищаешь своих овец. Thank you, Lord, that you lift us out of horrible pits. Спасибо за то, что ты всех нас поднимаешь с ям. However we got in there, Lord, you lift us out. Что ты нас поднимаешь. Let us hear your voice. Позволь нам слышать твой голос. And experience your peace and contentment. И переживать твой мир и твое довольство. In Yeshua's name. Во имя Иешуа.